Тоже. Другие друзья, все пришедшие, вновь пришедшие, вернувшиеся, еще пока не вернувшиеся, так и вернутся. Я напоминаю, что в этом пространстве вы можете занимать любое удобное для вас место и внимать все, что вы пожелаете. И развлеку вас с одной маленькой историей, которую вы читали Джона Кейджа. Это очень короткая история про одного буддийского монаха, который все время принимал ванну. И он делал это каждый день очень подолгу. И один послушник юный спросил у него однажды, зачем нужно каждый день так долго принимать ванну. И этот буддийский монах ответил ему, да я просто раз окунулся и вышел. Незачем. Вот это незачем, мне кажется, это тот трюк, который есть в игре. В игре, которая мотивирована свободно, а не какой-то высшей необходимостью. Ну вот, пока я вас развлекала, я надеюсь, теперь настроились, готовы послушать следующий импров трио. Я представлю музыкантов, которые уже на сцене. Это Сергей Шестаков, рояль. Ксения Савченко, контрабасом. И Антон Антонов с перкуссией и объектами.
Thank you.
Thank you.
Благодарю наших музыкантов. Это Сергей Шестаков, был Сарьянин. Перкуссии, музыкальные девушки.